Радио «Орфей». Территория классики. Эффектом и эхо. Европейский барочный оркестр, дирижер Рай. В скором времени, ровно в полдень, появится Егор Воронцов с новостями. А каким будет сегодня день в погоде, в предпоследний день весны, в преддверии лета, узнаем из прогноза синоптиков. Погода. На радио «Орфей». В Туле и Новомосковске сегодня переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 24 градусов тепла, ночью до 10. В Туле ветер северо-западный, в Новомосковске северо-восточный, от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, кратковременные дожди. Плюс 13-15 градусов днем, ночью плюс 7-9 градусов. Ветер западный, порывистый, от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. В Москве сегодня облачно, с прояснениями, без осадков. Днем температура воздуха составит плюс 21-23 градуса, ночью плюс 9-11. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Информация о погоде предоставлена Центром ФОБОС.